Здравствуйте, хочу вас познакомить с новым сортом клубники, который я вырастила из семечки. Сложно было выращивать, но у меня получилось. Я вставлю видео, как я проращивала семечки, чтобы они пустили корешочки и начали расти. В общем, я хочу рассказать, сорт клубники у меня называется Треска. Это ремонтантный сорт клубники. Круглое лето будет клубничка, аж до поздней осени. Смотрите, чем она мне понравилась. Тем, что она дает детку, вот прикорневую рядышком, видите, недалеко отходит. И смотрите, какой урожай на этой детке. Затем, вот смотрите, какие короткие междуузля, розеточки короткие. И смотрите, сколько клубнички будет. Смотрите. Смотрите, какая она урожайная. Мне этого сорта еще никогда не было. Я его так хотела давно. И цветоносов, смотрите, сколько. 1, 2 ягодки. Видите, сколько много. Цветонос какой мощный, насыщенный. Смотрите, какая плоская, приплюснутая клубничка. Будет хорошего качества. Когда она начнет доспевать, я вам покажу, конечно, какой получился. У меня всего один кустик, но я ее размножу. Она компактная получается. И такая красивая, кругленькая клубничка. Очень хороший сорт. Смотрите, сколько будет клубники много. Очень урожайная. Я очень рада, что я купила именно этот сорт. Очень, очень рада. И буду его размножать также. А здесь рядом я посадила тоже экспериментальный сорт искушения. У белые цветочки. Я подчеркиваю белые, потому что рядом у меня растет кустик с розовыми цветочками. Этот сорт знаменит тем, что это как ампельная клубника. Она дает очень много усов. И усы начинают, вот видите, длинные усы. Вот маленький усик, получается розетка. И не укоренившаяся розетка начинает давать цветоносы и ягодки. Это у меня тоже первый год. В прошлом году я укореняла его, эту семян. Видите, сколько уже пустила хорошо. И в этом году только она пошла в рост. Она в прошлом году никак не успела. Если обрезать цветочки и поставить в горшочек, либо в землю вот так палочками прикопать, этот усик обязательно укоренится и даст хороший кустик. Ну, мне этого не надо, я отдельный эксперимент делаю. Вот, видите, он укореняется. Сам прижался к земле и начал укореняться. Я тоже хочу эти сорта отдельно, те сорта отдельно. Это же все эксперимент. У меня все сорта ремонтантные. На этой грядке я уже сняла урожай. Покажу вам, как развиваются кустики. Видите? Я нижние листья оборвала, которые касались земли. И она начала пускать новые розеточки. Вот видите, розеточка тоже цветет. И дает урожай. И клубничка второй раз тоже цветет у меня. Эти цветы я оставила для того, чтобы у меня была ожога. Мы живем в Одессе, у нас очень жарко. И я их вот так обрываю, и они как пальмочки потом растут. То есть не сильно затенят, они высокие растут. И немножко прикрывают, тень делают. Клубника эта тоже очень крупная, очень тоже приплюснутая. Хорошая клубника вот. Смотрите, это немножко другая. Сладкая, ароматная. Это уже идет та вьющаяся, больше пускает усов, а это без усая. Без усая клубника. Она размножается немножко по-другому. Первый год она еще усы дает, а потом она не дает. Она начинает делиться
Вот видите, становится твердый стволик, и она делится, делится, вот так размножается, потом вот так разрезаешь и садишь в землю. А усы она не дает, можно сажать близко друг к дружке. Немножко тут сорта запутала. Вот это получается без уса, это с усами, вот усатая. Я их как называю, это тоже без уса, видите. Она очень отличить ее легко. И свободно. Это усатенькая, это более ампельная. У них листья такие интересные, видите, такие. Мощные, красивые, но как вроде бы как чего-то не хватает. Но мне нравится такой лист, цвет листа. А здесь у меня кучка тоже без усы. Хотела вам показать с ягодками, но у меня ребенок не успевает эти ягодки доспевать. Он подходит каждое утро и радостный. Все ягодки обрывает, вот видите. Она довольно такая крупненькая, хорошая клубничка. Этот сорт клубники у меня в отдельной стороне. Видите? Я их кучками выращиваю, мне интересно. И помидорки, петрушечка. А вот эта клубника, это чисто ампельная, это горшковая клубника. Это, видите, какие она дает тоже огромные гроздья, но она цветет красным. Сейчас, к сожалению, не найду, наверное, ни одного цветочка показать. Она не белым цветет, а красным. Она очень много вот так обвисает. Если с горшка пустить, она тоже на концах вот пускает ягодки. И очень много пускает. Так красиво ампельное растение получается. Ну все, наверное, о клубнике больше сегодня ничего не говорю. О клубнике будем говорить, когда она пустит ягодки. Буду показывать, какого вкуса, какого размера ягодка. Чем отличаются друг от дружки. А сегодня, так как ягодок нет, сейчас период уже урожай. Первая фаза, снялись ягодки, сейчас пойдет вторая фаза, она начинает цвести. Все, всем удачи, всем пока. Дождемся ягодок и продолжим видео. Ветер у нас сегодня такой. Всего вам доброго.